И всем привет, меня зовут игрок Dead by Daylight. Мы начинаем вместе с Клодеттой. Сегодня у нас не будет никаких ежедневных ритуалов. Сегодня будем пытаться просто выживать. Я молодец, да. Так, напал он след? Да, напал, но не на мой. Сегодня сделал подношение, приглашение на барбекю. По сути, при этом подношении, если выживший чинит, ну, пример с выжившим, если он чинит генератор с коктейльным аппаратом, то он получает дополнительные очки крови. Так, ну я виноват перед этой девочкой, надо бы ее спасти. Так. Минус минус тотем. Так, у этой девчушки осколок. Но я, если что, ее страхую. Да, я понимаю, ничего не делаю, надо бы чинить генератор. Но если вдруг она ее схватит. Да давайте параллельно генератор, чтобы чинить. Так, посмотрим, куда потащит. Если потащит сюда, то у нас будет шанс ее снять. Или потащить все же в подвал. Все это время прям под носом у убийцы чинился генератор. Так, ну надо попытаться починить соло хотя бы один генератор, чтобы были бладпоинты. Проверяет, просто генератор уходит. Мы сейчас возьмем и дочиним. Так, девочку сняли, нашу гладету. Поэтому бояться сейчас нечего. Так, коцнули, да? Это что, котнус? А, только у меня перк такой стоит. Я могу видеть ауры раненых выживших. Так, ну я не знаю, да. Не знаю, теперь знаю. За этой девочкой бегала тетя Аня. Так, увидит ли починенный генератор? Нет, ей пофигу. Так, пытаемся снимать ее. Где она? Ага. Все, беги. Я за тобой. Беги, беги, беги. Так, не увидела, кажется. Ладно, я сниму ее еще раз, не страшно. По-моему, ее второй раз, и она почему-то на другой крюк ее понесла. Так, плохо. Вот так вот наглее. Так, ну ладно, если меня поймает, я первый раз висел. Так, ну финушка. Надо спастись! Ребята, вы ведь поможете нам, правда? О-оу. Так, она отпустила ее. Ей все же нужна моя кровь. Так. Не рискует. Открывает ворота. Ладно, она, в принципе, правильно делает. Чтобы я мог спастись, мне... У меня должна... должно быть место, куда я мог бы сбежать.
Так, хорошо, давай. Что у тебя с волосами? Так, я побегу. Оп. Вот так вот игрок взял и сбежал. Ото всех. Так, минус 3. Хорошо. Ну, для маньяка. А по-моему, все сбежали. Опытная Клодет. Сбежать с Клодетой, имея 3 ее уникальных перка. Хороший матч, да. Слушай, так много дали. И мы, по-моему, не починили генератор с этим, с коктейлем. То есть подношение за так ушло. Ну ладно, давайте следующую катку тогда. И вот мы здесь. Сгнившие поля. Ферма Колдвинд. Знаменитые фамилии какие-то. Колдвин и Макмиллан. Только в этой игре фигурируют. Может быть, я как-то плохо знаю лор, но черт побери, почему только они? Вижу. Блин, в поле стоит генератор с коктейлем. Я снова сделал такое же подношение. Приглашение на барбекю. Забыл, как называется, на долю секунды. Я снова решил сыграть за Клодет, потому что у нее там буквально, ну, один уровень буквально остался для того, чтобы можно было ей повесить четвертый перк, которого мне так сильно не хватает. Не знаю даже, что буду ей вешать. Наверное, зрение какое-нибудь. Раз уж она способна видеть раненых выживших, то я думаю, надо что-то подобное вешать на то, чтобы видеть выживших, например, находясь на крюке. Против кого мы хоть играем? Так, я надеюсь, маньяк не придет сюда в первую очередь проверять меня, потому что здесь крюк. По-моему, да, здесь, по-моему, тоже есть крюк. Так, не спать, игрок. Предыдущая катка была хорошая, прям быстро так победили. Вот всегда бы так побеждать. Ну, ты молодец. Так, наверное, стоит уже отойти. Так, я надеюсь, что я маньяка не интересую. Да, не интересую. Хорошо. А слушайте, полезный перк видеть ауру раненых выживших. Теперь я хотя бы знаю, где они находятся. Пожалуйста, только не беги сюда. Голодовка, она с аптечкой. Должна сама о себе позаботиться. И есть. Дополнительные блокпоинты. Давай полечу тебя. Ага, хорошо. Надо спасать чувака. Я просто не знаю, где поблизости есть генераторы. Лед, ты знаешь где? А, он кемпер. Так пошли быстрее чинить. Вот-вот-вот генератор. Он кемпер, блин. Надо пользоваться этим. Голодет, не рискуй. Давай лучше починим генераторы. Нам это выгоднее. Ему не выгодно стоять там. Хотя, знаете еще, я пойду лучше вон тому чуваку помогу. Вдвоем, мне кажется, мы справимся гораздо быстрее. К тому же там генератор с коктейлями стоит. Всяко вкуснее моего будет. Помогу, помогу, помогу. Вот видите, Клодет вон там просто сидит, ничем не занимается, хотя мог бы чинить генератор, например. Пойдем, пойдем.
Айда. Ага. Одного все же коцнул. Смотри-ка, он решил не кемпить все же. Ладно, я вернусь к своему генератору. И он бежит как раз-таки в ту сторону, куда мне не надо, чтобы он бежал. Так, лечится. Хорошо, пускай лечится. Так. Да, генератор такой себе, без коктейля. Ну да ладно. Молодец, игрок. Ну ничего, даже если он меня повесит на трех, у нас один генератор и настроя. Ой, не, четверо. Все, пора бежать отсюда. Да, бежит за мной. Бежит за мной, бежит за мной. Ха-ха, да, смешно. Ауч, спасибо. Но я все равно дам тропака подальше от тебя. Дурачка из меня сделал. Давай, сам себе доктор, лечись. Откуда? Откуда? Где-то там слышал его. Блин. А, вот он здесь. Так, я видел, он побежал вон туда, значит я побегу вот сюда. Странно, что-то он не ловит меня даже. Так, коцнул один раз, чтобы я не расслаблялся. Так, здесь никто дверки... Дверки, да, дверки не открывает. Поэтому я открою сам. Владет, посмотри себя. На себя. Посмотри сюда, посмотри в камеру. Посмотри в камеру, Владет. Я хочу увидеть твои огромные глаза. Так, ну вроде бы мы отовсюду сделали по чуть-чуть. Может быть, сгонять к тем воротам все же еще открыть? Я не знаю даже. Зовет. Пойдем, пойдем. Стремно как-то уходить одному. Подождите, ну он коцнул его. Надо выручать. Вон он там. Он вон там. Так. Ну ворота открыты, если что. Он может сигануть сюда. Так, его надо спасать. Его надо спасать. Я понял. А, ясно. Все, уходим тогда, ребят. Просто уходим. Ну, мы попытались хотя бы. Мы хотя бы попытались. Все, все, бежим, бежим. Ловить больше нечего. Я не знаю, состояние вот так вот возле ворот, возле открытых ворот дают блокпоинт или нет. По идее не должны. Хорошо. 5 баллов, хотя маньяк какой-то глупо попался. Так, есть капелька. Так, что за маньяк? Не, смотрите, какой глупый. Смотрите, сколько у него всего стоит. Я больше всех получил, потому что да, игрок старался. Что, может еще одну карту? Давайте еще одну. Угольная башня поместья Макмиллан. И вот мы здесь. Решил, давайте, наверное, все же доиграем этот выпуск за Гладетту, тем более, что вот она теперь с четырьмя перками.
Я вижу один как генератор с коктейлем, но там пустой генератор. Я один. Мне так страшно. И выход здесь, игрок. Это явный намек игры на то, что ты выживешь. Что-то мне страхово здесь находиться одному. Бежать. Нет, не бежать. Вон там, кажется, маньяк был. Я увидел так. Увидел краешком глаза его спину. Да, траппер. И он нашел меня. Ну, блин! Нахер иди. Блин, а. Я ненавижу, когда меня обходят первым. И все порозь в разных уголках карты. Но один сергейник мы починили. Да-да, правильно, не высовывайся пока. Так, я бы уже рисковал. И, наверное, это была бы моя ошибка. Ну сейчас, давай. Нет, он рядом. Но долго сидел, мог бы спасти его уже давно. Так, висим на попе ровно. Вот это тот, кто сидел. Так, куда он его хоть потащит, я не углядел. Куда-то вон туда. Хорошо. Так, надо сейчас объединиться всем и лечиться. Ясно. Надо пытаться эту освобождать. Блин. Лечиться совместно не хотят. Так, глупо поступил. Так, пускай она меня вот здесь лечит, за стеночкой. Мне так спокойнее. Я прям вижу его спину. Так, ну все, этим теперь дурачкам надо помогать. Хотя нет, я пойду с Мэг. У нее тулбокс есть. Там генератор стоит. И коктейльчик есть. Я думал, что придется дробить эту катку и перезаписывать ее. Потому что, ну, сегодня я хочу только побеждать. Да. За сегодня, если быть с вами честным, вот это уже четвертый карта, который я записываю. Первые две-то они были победные. На третью меня все же погнал Фредди Крюгер. Но погнал меня, ну, очень быстро. Так. Ты весь тулбокс израсходовал, да? Поймал меня очень быстро, там, по-моему, чуть ли не за минуту. И я решил эту катку не включать, потому что она уж слишком быстрая. Так, надо рисковать. И поэтому вот сейчас записываем вот эту следующую. Как я мимо так, мимо капкана пробежал. Это так повезло.
Так, бежим за ней, чтобы пролечить ее. Давай я тебя пролечу. Да, я же быстрее это сделаю. У меня перки соответствующие есть. Есть. Ребят, нам бы не попадаться так часто. Так, ну его надо снимать, у него уже вторая стадия. Так, и мы разделились. Не очень прикольно. Так, осторожно, капкан. Так, он здесь? Вроде бы его здесь нет. Так, беги куда-нибудь. Пролечить тебя надо. Перестань чинить генератор. Вдвоем мы, конечно, быстро его починим, но если ты не полечишься, последний крюк будет для тебя фатальным. Он прям так хочет забрать вот эту мартини. Вот, а если бы пролечились? Вот если бы пролечились? Так, надо убегать отсюда, здесь маньяк. Господи, ранены три овечки. Так, бежим за ней. Стой. Стой, дурочка. Вылечь уже. Хорошо, кто-то один все же чинит генераторы. Пока мы дурака валяем. Медик. Получена новая ачивка. Так, что-то ты, игрок, прямо альтруизмом занимаешься одним. Интересно, сколько раз он уже висел? Это какой-то уголовный вопрос. Сколько раз ты сидел, а в Dead by Daylight сколько раз ты висел? Так, он уже второй раз висит. Не видит меня? Не видит. Снимаем, значит. Капканов нету здесь. Ладно, снимай ты его. Так, все, и бежим за ней. Чтобы вылечить. Умоляю тебя, остановись. Остановись. Мэг с нами не бежит. Доктор Гладет сейчас тебя полечит. Есть. Надо сматываться. Не видит? Я кровавый след оставил, он может выследить меня. Ну, вроде бы не должен. Так, Ладет убежала. Ну ладно. Так, лучше не высовываться, он все еще здесь где-то шатается. Так, все, можно. Пустой генератор, правда, без мартини, ну да ладно. Нам последний остался починить. Ой-ой-ой-ой-ой, крики. Здесь есть поблизости? Так, я привлек его внимание к себе. Я специально промахнулся, да-да-да-да. Так, все, теперь надо идти ее спасать. И он видел меня. Да. Поджог металл хороший. А здесь нет выхода. Аптечка? Нету. Быстрей, быстрей, быстрей. Очень долго оправляется после падения. Надо было сразу прыгать, не проверять ящик. Ну давайте, ребята, чините. Так, это мой второй раз, по-моему. А, нет, последний. Фатально. Ну окей, ладно. Эту карточку, наверное, все же оставим в запись, да, ребят? Оставим. Все же я здесь очень много делов наворотил. Так, мне интересна судьба тех выживших. Так. Ну ты даешь, конечно.
А тулбокс, что ли, хотел взять? Ну, фиолетовый, ну чё, ты много... Много каши, что ли, с ним сваришь? Так, этот дотикал. Окей, ясно. Все с вами ясно, мисс. Не, кабельку, смотрите, все равно дали. И это круто. Ну что, ребят, давайте тогда на этом закончим. Спасибо большое за просмотр. С вами был Игрок. Игра Dead by Daylight. Сколько они... 32 тысячи. 44 тысячи. Всем пока.